Все знают, что такое аутизм. От мала до велика любая организация знает, любой театр знает, потому что у нас есть дружелюбная среда. Но если мы начинали, у нас в 98 году был 1-2 аутиста, то сегодня мы впереди планеты всей вообще на самом деле. И мы единственный регион, который дает достоверную и такую серьезную информацию. 900 выявляемости увеличилась. Да, за счет этой программы. И мы действительно являемся пилотным регионом, но мы выявили. Не мы, вернее, а здравоохранение выявляет. А дальше что? Ведь ребенок с аутизмом – это же реабилитация. А реабилитация на 900 человек сейчас на сегодняшний день выявлена. Опять. Невозможно на государственном уровне, вот знаете, взмахнуть палочкой или дать 38 миллиардов, и чтобы появились специалисты, обученные, да, в области реабилитации аутизма. Появились педагоги во всех школах, и они получили полноценную помощь, понимаете?